американские миллионники, они реально, ну, такие стрёмненькие, как бы. В некоторых местах, районах лучше не ходить. Но вот мне понравилось Богота, мы ехали из аэропорта ну, там, в центр города, и сплошные велодорожки, причем велодорожки с туннелями, с развязками. Ну, такой город велосипедистов. И мне вот показалось, что Колумбия из северных стран, из Перу, из Эквадора, из Боливии, Колумбия, она самая такая цивильная, вообще самая, ну, нормальная, как бы продвинутая страна из всех. Еще расскажу немного про ночевки, не ночевки, как бы есть, все знают, наверное, каучсерфинг, есть такая штука, а еще есть для велосипедистов, есть warm showers, такой ресурс. Это то же самое, только там в основном все, кто принимает, и ну, велосипедисты. Вот, и мы вот в Европе очень популярно, в Южной Америке меньше, и мы в Боготе останавливались по warm showers. Короче, сразу мы прилетели, у нас получили велосипеды, у меня сразу куча поломок. Перевозки, скорее всего, было. И мы там начали, хорошо, к нам помогли найти. А вы с Севастополя везли, да, велосипеды свои? Да, мы все везли свои, мы посчитали, ну, некоторые покупают, но не знаю, свое, вот ты знаешь, что там у тебя, как, что, удобное седло, удобные педали. Мы там готовили велосипеды. Несмотря на то, что у нас были уже велосипеды, вроде рабочие, мы там на двоих потратили где-то 800 евро, чтобы там докупить удобные всякие штуки, там, знаете, то есть тоже. А так купишь какой-нибудь хлам там и, ну, А непонятно. насколько дороже билет стал из-за Значит, велосипедов? велосипеды, да, велосипеды, турецкие авиалинии, мы заплатили 990 евро за велосипед, чтобы провести. Ну, это как бы не, ну, не такие прям большие деньги, ну и обратно тоже там тоже будет До целый куда счет. довезти? А? До куда? Из Рима, мы летели из Рима в Боготу, за 90 евро за велосипед мы доплачиваем. Там два сегмента, из Рима в Стамбул и Стамбула в Боготу, поэтому 90, а так 45 стоит. Если летишь, например, из Рима в Стамбул только. В Рим мы летели, там другими не платили, молдавские какие-то авиалинии. Ты листай, я просто буду еще рассказывать дальше. Да, я просто знаю, мы там провели несколько дней в Боготе, чиняя велосипед, всякие запчасти.